Всех приветствую на канале Animal Life. Собака без сил рухнула у чужого порога, закрыв глаза. Эта история произошла в Греции. Однажды в теплый день на улицах появилась большая собака. Она была грязной, изможденной, на ее теле виднелись раны. Собака подошла к дверям чужого дома и рухнула у порога, закрыв глаза. К огромному счастью, неравнодушные люди заметили ее и позвонили в организацию, которая занимается спасением животных. К указанному месту приехала женщина-волонтер. Когда она подошла к собаке, та выглядела безучастной. Казалось, ничто вокруг не интересует ее настолько, собаке было плохо. Животное положило голову на грязную землю, и даже добрые руки, которые погладили питомицу, не вызвали ответного отклика. Как оказалось, собака бродила по улицам некоторое время. Кто-то бросил ее, и она бегала по дорогам между автомобилями. Какая-то машина, к сожалению, не рассчитала движение и сбила нашу героиню. Собака пыталась идти, но вскоре упала. Там ее и обнаружили люди, сообщив о питомице спустя 12 часов после происшествия. Собачку назвали Маркелла. Ее погрузили во вместительную машину, которую волонтер взяла на время у своего друга. Ни оборудования, ни каких-либо медицинских приборов поблизости не было, поэтому женщине пришлось нести ее в руках. Это оказалось нелегко, ведь собака была крупной. Но, к счастью, она не противилась, и ее смогли привести к ветеринару. Доктор сообщил, что у Маркеллы повреждены лапы, и особое беспокойство вызывал один палец, но помочь собаке все-таки было можно. Восстановительный период занял некоторое время, а затем собачку привели к ветеринару, чтобы удостовериться, что теперь она в порядке. Доктор сказал, что заживление прошло успешно, и сейчас Маркелла совершенно здорова. Потребовалось несколько месяцев, чтобы найти ей хозяев, и ими оказались люди из Британии. Они забрали нашу славную героиню к себе, и сегодня Маркелла абсолютно счастлива. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.